В Барнауле в ноябре месяце состоится очень крупное интересное мероприятие. По городу оформлены на экранах вот такие вот уже анонсы. Мы покажем барнаульцам вот такое видео. И они поделятся своими эмоциями и мыслями, как они думают, анонс какого мероприятия является это видео. Я думаю, это какой-нибудь творческий конкурс. Скорее всего, танцы будут. Ну, я думаю, то, что, скорее всего, это, творческое какое-то мероприятие, которое будет проводиться в городе. День здоровья, возможно, какой-нибудь. День культуры какой-нибудь, не знаю. Ну, точно не красоты, но, может быть, что-нибудь со спортом связанное. Я думаю, что это всероссийского уровня. Вот такие идеи и мысли у наших жителей города Барнаула. Следующие подробности, анонсы и маленькие затравочки смотрите в наших следующих выпусках новостей. И, кстати, случайно ли за моей спиной находится Титов-арена? Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов, Михаил Филиппов. День с толком.